Ты не сможешь победить в войне с этим миром, если не научишься контролировать свой собственный разум. Самодисциплина — вот что действительно приведет тебя к успеху. 99% людей не хотят упорно работать над собой, но хотят жить жизнью своей мечты. В морской пехоте говорят, все хотят попасть в рай, но никто не хочет умирать. И это действительно так. Ключ к реализации любой мечты — это самодисциплина. И такие вещи, как спорт, питание, не так сильно связаны с твоим телом, как с твоим умом. Важно научиться контролировать свой разум, чтобы быть способным делать то, что действительно в твоих интересах.